Бежевые и оранжевые тона, на стенах детские рисунки. В коридорах никакой регистратуры и очередей. Запись на прием на кончиках пальцев. Это новая детская поликлиника и новый стандарт лечения. В целом, за 17-18 год мы договорились все поликлиники привести в порядок. По-моему, 6 поликлиник у нас и по вашему району запланировано. Поликлиника дружелюбная к ребенку, по этому проекту выглядит так. Кабинеты для процедур образца ЦРБ, чтобы дети получали лечение на профессиональном оборудовании. И здесь же игровые, аналогов которых нет во взрослых больницах, чтобы пациенты не забывали, что они дети. Население Чистопольского района и Чистополя более 15 тысяч детского. С 15 числа все специалисты, педиатры, анализы, все лабораторные будут уже здесь. Ведущее место в экономике города принадлежит промышленному производству. Здоровье людей, здоровый инвест-климат. В прошлом году Чистополь заработал 19 миллиардов рублей ВРП. Треть пришлась на малый и средний бизнес. Тогда же город стал территорией опережающего социально-экономического развития. Вошли в этот список, но это ничего не значит. Вы должны работать с инвесторами, потому что очень хорошие условия. А еще богатая история и выгодное географическое положение. Чистополь – самый центр Татарстана. Но чтобы не опуститься в ранг уездного города, чистопольцы развивают сельское хозяйство и строят туристические маршруты. Город сохранил облик богатого купеческого уезда. Чистопольский государственный историко-архитектурный литературный музей-заповедник в прошлом году посетили более 52 тысяч туристов. Совершено 82 суд-захода. По итогам года совокупный доход учреждений, задействованных в сфере туризма, составил 33 миллиона рублей. Туризм, сельское хозяйство и инвестиции – стратегия развития района до 30-го года. Только за год район так и не поднялся выше 22-го места по надоям молока, не ахти и результаты единых госэкзаменов. Власти просят чистопольцев на пути к цели не забывать смотреть под ноги. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Чистополь.